Доброе утро. Начался у нас второй день эпопеи с постройкой, разборкой и заново постройкой теплицы 4х20. Приехали на место. Вчера мы ее демонтировали, погрузили. Сегодня приехали на место. Выгрузили все. Все, начинаем собирать основания. Потом каркас, потом полик, потом мелочевка. Потом домой. Потом, когда соберем. Вот мы тут уже были в конце лета, построили 10х25 легендочку, такую компактненькую, аккуратненькую. К ней уже дом пристроили. Черепица классная. Все, работаем. Вот 4х20 теплица и дом. И дом, который переходит в теплицу. Размер теплицы 10х25, с учетом дома получается 10х35. Класс. Все. Всем пока. Мы поехали. Каркас мы поставили, закрепили его к брусу. Вот так это выглядит все. Это вам не 4 прогона прикрутить. Это целый каркас. Сейчас ноги прикручиваем. Начинаем крыть стену. И делаем верхний конек. Шили мы поликом, нанизали весь полик. Сейчас его будем прокручивать окончательно. Пока идет монтаж верхнего конька. Конек, облицовка, форочные блоки. Диагональки. Колья. Работа есть, работа идет. Постройку теплицы 4х20. Все собралось классно, практически ни одной лишней дырки. Это все потому, что все подписали, все разметили, все выставили опять по уровню. Все супер, все здорово. Дверь открывается, закрывается. Все с диагонали, на своем месте, форточки. О, схема наша. Только мы что-нибудь не можем понять. Ну, еще кто-нибудь. 5 форочных блоков, тоже все на своих местах. Все, классно. Теплица стоит, брус 100 на 150. Закреплен якорями к земле. Поликарбонат здесь 4 мм. Он местами грязноватый, его надо помыть, конечно. Из шланга или из керхера. Из чего там можно мыть. И это... Просто росли растения, они в нем прикасались тут вплотную. И прям такой налет получился. Так, пойдем. В гости сходим. Вот сюда. Зайдем. Вот тут такую пристройку суперскую сделали к нашей теплице. Ну, она уже не наша. Она уже клиентская. Вентилятор работает, вытяжка подземная. А, это теплый воздух нагоняется с помощью земли. Ничего себе тут. Подпол. Вот каркасная такая постройка. Что у нас внутри? Здравствуйте. Внутри у нас теплица. Все как новое. Выходим. Стройка полным ходом. Столбики забетонировали. Супер. Минплита утеплять будет. О, здрасте еще раз. Можно мы тут покажем? Можно, говорю, покажем. Поснимаем, да покажем кому. А кто будет смотреть, тому покажем. Вот, все супер. Мы все там практически закончили. Да. Сейчас последние шайбочки там докручивают и все. И все будет. Вот так вот. Супер. Вот. Все есть. Сейчас я зайду с ней тоже. Ага. Цветочки тут выращиваются. В отделении. Тут доски.
А из моего окна площадь красная видна. А из моего зеленая теплица. Вот такая теплица у нас получилась. На фоне большой, теперь стоит еще и маленькая.